Чески. Кстати, сразу хочу сказать, что там детский голос, что вот у нас одна из главных ошибок школы, да, это когда мы требуем от ребенка, чтобы он сделал, смотрел в одну точку очень внимательно, значит, он очень внимательно слушает. Как только он его туда посмотрит, Иванов, не отвлекайся! А мы ведь часто знаем, в чем дело. Мы знаем, что в отличие от взрослых, у детей много каналов восприятия. И когда он делает вот так, это значит, он не отвлекается, он подставляет левую часть полушария для восприятия. А когда он начинает разговаривать со своим соседом по парте, то это совсем не значит, что он говорит, что нужно стрелять воробьев из рогатки. Это значит, что учитель сказал что-то очень интересное, и он должен поделиться с другом. Это же совершенно ясно. Поэтому древние еще говорили, не хотите поки убить во взрослых мудрецов, не губите в детях вертунов. А все родители знают, например, какой феномен. Доказательство того, что у детей восприятие многоканальное. Папа и мама сидят за столом в одной конце комнаты, ребенок в другой, далеко, играет в свои игрушки и говорит, машина идет, ползает за ней туда-сюда. Родители понимают, что это тот случай, когда можно поговорить на тему, которую ребенок не должен слышать. И они начинают разговаривать на эту тему. А ребенком а тут папа говорит, маме, тихонечко, вот давай решим этот вопрос. А потом на следующий день за обедом ребенок говорит, папа, а почему ты маме сказал то-то, то-то и то-то? Заметили. Это очень важно знать.